Василий Васильевич Зиньковский, как и многие русские эмигранты, окончил свои дни в Париже и был похоронен на Сен-Женевьев-де-Буа. В юности, под влиянием работ Писарева, он потерял веру в Бога, но счастливо обрел ее вновь, познакомившись с трудами великого философа Владимира Соловьева. С тех пор вся его жизнь была связана с христианством. В 30 лет он уже председатель Киевского религиозно-философского общества. С 1916 он профессор Киевского университета. В эти годы он много времени уделяет детскому и молодежному образованию. Он председатель педагогического бюро по русским школьным делам и председатель русского студенческого христианского движения. С 1927 и до 1962 года, до конца своих дней, он профессор Свято-Сергиевского богословского института в Париже. Основной труд Зиньковского – история русской философии. Но помимо его, в наследии Зиньковского множество статей различной христианской направленности. А цитату мы выбираем из творчества философа и педагога, связанную именно с христианским образованием, вопрос которого стоит так актуально сейчас. Детей не столько надо учить молиться, как молиться вместе с ними. Атмосфера молитвы сильнее всего действует на их душу. Для ребенка важно не заучить слова молитвы, но вести его так, чтобы он чувствовал себя стоящим на молитве перед Богом. Василий Зиньковский.